Всем доброго игрового времени суток, друзья! Сегодня будем баловаться виртуальной Windows XP. Итак, но для начала попробуем все-таки выйти в инет, и здесь у нас есть чат, в котором можно писать, что хочешь, на любые темы. Так, в принципе, работает все шустренько. Замечательный такой чат. Можно угорать. Вот. Можно, допустим, написать что-нибудь там «Здорово». Я зашел с виртуалки. Windows XP напишу. И напишу логин. WinXP Virtual. Чтобы уже могли прочитать это и в реальном. Так. Отлично, все работает. Тут даже админ сидит. И какой-то, видимо, еще один аноним. Вот. Ну, если что, сюда можно заходить и угорать. Так. Ну, теперь начнем с обзоров. Вот Counter-Strike попытался запустить. В итоге что у нас получается? Когда его в окне запускаешь, начинает жестко лагать. Вот сейчас я покажу. А если запустить в окне, то я не знаю, что будет. Она вообще порой не запускается. Запустим просто даже без ботов. Вот, но запускается она очень туго. Но быстро. Видюха тут в виртуалке 128 мегабайт. Ну, этого вполне достаточно. Вот. Для запуска этой игры. Так. Вот так вот жестоко лагает. Я мышкой не могу нормально крутить. Такое ощущение, что у нас... Он лег просто очень шустро. Вот такая вот картина получается. Бегу непонятно куда. Так, ну что же делать-то? Так, ну просто капец. Такого вы нигде не видели. В принципе, запустить ее получилось, но играть в нее просто невозможно. Отключиться. Итак, сейчас я сделаю на весь экран. Так. Что это такое? Не в окне, а просто применить. И вот тут-то она у нас вылетает. А нет, не вылетела. Так, ну попробуем еще раз. Тот же DDoS. Чтобы это все дело прогрузилось. Вот уже совсем другое дело, но все равно почему-то не очень удобно. Мышка очень быстро реагирует на касание, но при этом уже более играть можно. Все-таки же виртуалка, так. Ну что ж такое-то, а? Все 60 FPS, да, ну нафиг, да? КС все-таки получилось запустить. Это уже неплохо. Но, есть один такой минус. Когда пытаешься мышкой поворачивать, она очень жестко поворачивается. Опять же. Так, ну вот, очень шустро у нас вот так стреляет, но тут еще ботов нету, поэтому вот, если найти сервак какой-нибудь, да, попробуем. Вот, зайдем куда-нибудь сюда, подключиться. Он нас что-то там подгружает, поэтому подождем. Чисто по приколу зайдем на обычный сервак и попробуем сыгрануть с игроками. Итак, ждем. Вообще на виртуалке ставить игры это как-то слишком. Так. Так, ну-ка. Там, видимо, что-то взрывает, ладно. Что происходит?
пацаны, но я с виртуалки, поэтому тут это потише. Чё ж с вами делать? Да ё-моё, почему меня так шатает? Очень неудобно играть. Но в принципе. Вот, меня уничтожили. Ну да ладно. Ну, как мы видим, игра работает, ну, так себе. Теперь попробую пинбол запустить. Пинбол, конечно, тут будет летать. Понятное дело. Сыгранём, вспомним, так сказать, молодость, да? Олдскульная игра, самая офигенная. Всё, пробег нажимаю. Всё. По-моему, управление... Да, такое же управление на... И на вопрос. Шикарно. Опаньки, да? Вообще капец. Вот этот опасный пацан, сейчас дырка закрылась. Он может выпасть. Просто вот шикарная игра. В нее играл каждый. Опа, зеленые. Это уже показатель, понимаете, да? Ну все хорошо. Здесь все работает шикарно. Теперь, что здесь есть еще из игр? Ну, наверное, попробуем, если работает интернет-шашки, да? Данная игра может вестись с игроками из любой точки планеты. Понятное дело, тут все нам рассказывают. Подключение к игровому серверу. Отлично, он до сих пор работает. Так, как мне делать? Новый соперник, отлично, он что-то свалил. Что-то они сваливают. А может быть и никого нет. А нет, есть. Грамотно сейчас тут поставим. Ход просто проверяем. Работоспособность. Вот такой вот тупик. Ага, он нам перекрывает ходы. И что дальше? Все как обычно. Просто олдскульная игруха. Так она вот не раздвигается. Но в принципе играть вообще интересно. Даже вот сейчас. Если я сюда пойду, меня, конечно же, выбьет, но тут все грамотно продумал. Вот. Ну давай, чё, руби меня. Ну, чё ты? У тебя два хода еще есть, ты можешь эти передвинуть. Ну, давай, чё ты. Ну, правильно. У меня остался один ход, поэтому... Хотя, в принципе, чё? Чё мне терять? Я могу эту сюда переставить, да? И... Тогда я этот ход закрою. Но опять же, поставлю вот так. Зачем я буду мучиться своего этого соперника, да? У него осталось то, что тут раз ход, два ход. Тогда я его это рубануть могу, хотя он сюда может так встать и все. И на этом будет труба. Я твой дом труба шатал. Красный-белый. Ну чё, давай. Ага. Ну я вот это так рубанул, меня тогда рубанет так. Получается, вот здесь у нас опасность. Сейчас он меня так, может, очень грамотный ход. Сейчас он еще сюда встанет. Ага, и может меня прорубить. Но тут понятное дело, тут уже, вот даже если я встану так, то он меня двойной может пробить. Тут уже и так понятно. Он же может пробиться, все, он достанет этой крутой. Тупо. Сейчас еще эту рубанет. Надо, можно было так сходить, но теперь уже... Нет ухода. Скорее всего, он меня даже и выиграет, потому что я хожу, не думая. Так, ну чё ты, а? Ну-ну, давай. Ага. Это ловушка.
Сюда встану, может же две прорубить, правильно? Поэтому... Хотя нет, опять же, с любой стороны он меня просто вырубит. Так, ладно, пофиг. А, можно хотя бы одну выбить. Угу. Оказывается, и так можно было. Ну да ладно. Угу. Ну тут уже понятное дело, тут уже нифига. Не будет у меня просто сейчас такчик. И все, хана, короче, мне. Сейчас так пододвинул, потом, значит, вот так сделает. Тут все просто... А, нет, он еще даже. Он еще сделал поумнее. Значит. Ага, пододвигается. Соответственно, только так. Но здесь меня может прорубить, поэтому, опять же. Да, все очень. Все очень сложно. Здесь у нас остается три штуки. А, да, необходимо съесть ее, точно. И теперь... Ладно, это пусть здесь у меня лежит, я эту пододвину. Надо вот так сделать. А, он уже может и вот так меня съесть. Точно, блин, а я-то думал... Ну да ладно. И это у меня сейчас так... Чик. Ага. Все, вот я остался один против троих. А я вот так передвину, что мне остается делать-то, да? Что мне остается делать? Да ничего, короче. Тут я так не могу сходить. Соответственно, здесь либо так, либо так. Ага, у него уже тут две. Соответственно, либо туда сходить... Тут вот меня он совсем прям загнал уже в эту, он меня. Ну все, давай, руби, короче. Все. Красные выиграли. Шикарная игра, шикарный этот. Ладно. Я особо не парюсь тут. Так, что здесь еще есть? Сапер. Отличная игрушка. Все так же офигенно круто. Вообще все шикарно. Просто супер. По стандарту, короче. Вот. Все как обычно. Вот. В принципе, данный обзор закончен. Спасибо за просмотр, друзья.